Доброе утро, мои маленькие любители тыкать пальцем в самых разных пушистых животных. В последнее время в Телеграме появилось очень много игр-кликеров на самый разнообразный вкус. И сегодня я расскажу, как самостоятельно сделать такую игру. Первонаперво нам необходимо где-то захостить нашу игру. Поэтому открываем сайт rec.ru и регистрируем доменное имя плюс хостинг. Придумаем какое-нибудь название и добавим в корзину. О, он даже нам сразу какой-то хостинг предложил выбрать. Не факт, что он нам подойдет. Давайте посмотрим какие-нибудь другие. А вот этот вот вроде бы ничего. Вот именно он нам и подойдет. Сразу переходим в раздел «Хостинг» и открываем панель управления. Переходим к сайтам, нажимаем «Создать сайт», копируем наше доменное имя. Вот оно. И поставим галочку «Защищенное соединение». Это нам потребуется для интеграции с Telegram. Далее в разделе SSL сертификат выбираем новый Let's Encrypt сертификат. Нажимаем создать. Здесь просто нажмем выпустить. Теперь переходим в мой телеграм-канал. И скачиваем два вот этих вот файлика. Возвращаемся в панель управления хостингом. Переходим к нашему сайту, нажимаем «Файлы сайта», удалим все, что здесь есть, и нажмем «Загрузить». Выбираем наш файлик www.zip и загружаем его. Далее «Архив», «Извлечь» и удалим лишнее. Теперь нам нужно создать базу данных. Переходим в базу данных, удаляем дефолтную, нажимаем «Создать базу». Придумаем какое-нибудь название, пусть это будет кликер, какой-нибудь пароль, и нажмем создать. Далее выбираем нашу базу данных, нажимаем dump и импорт. Теперь выбираем наш файлик, который скачали, database.sql, и загружаем его. Вернемся в раздел сайты, выберем наш сайт, файлы сайта, перейдем в папочку API, откроем файл tab.php, и здесь нам необходимо указать логин, пароль от базы данных и наименование базы данных. Сейчас все скопируем, берем название, вставляем, далее нажимаем пользователи, копируем имя пользователя, вставляем, нажимаем изменить и копируем пароль. Готово. Возвращаемся на уровень выше. Открываем файлик app.php. Теперь нажмем Ctrl-H и изменим доменное имя на наше зарегистрированное. Пишем example.com. В следующую строку вписываем наше доменное имя и нажимаем Replace All. Готово. Сохранить. Теперь переходим в Telegram. В поисковой строке пишем bot fuzzer, нажимаем старт и выбираем new bot. Придумаем какое-нибудь название для нашего бота, пусть это будет бомж coin. Далее доменное имя необходимо указать, ну, внутри телеграма напишем бомж coin 3 семерки bot. Теперь в меню выберем My Bots, нашего бота, Bot Settings, меню Button, нажмем Configure Menu Button. В
ставим URL-адрес нашей игры, скопируем его. Вначале добавим HTTPS, двоеточие, две косые черты и путь к нашей игре. Окей. А, не, надо указать HTTPS. Тупанул. Пишем HTTPS и путь к нашей игре. Также необходимо придумать какое-то название для кнопки меню. Пусть это будет играть. И переходим к нашему боту. Нажимаем старт. Играть. Готово. Теперь у тебя есть собственная игра Clicker. Ты можешь обратиться к чат-GPT, попросить его изменить интерфейс или добавить какой-то новый функционал, а также можешь подписаться на мой телеграм-канал, в котором я планирую опубликовать новую, более продвинутую версию этой игры Clicker.